Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force от Marvel. Так, сегодня, ребята, я хочу открыть новых для себя персонажей. Это Ник Фьюри и это агент Колсон. Да, ребята, я накопил на них. Ну что, приступим? Ух, елки-палки, 20 тысяч, ребята. Ник Фьюри, это круто, конечно. Агенты щита, это же их предводитель. Это очень классно. Теперь есть смысл прокачивать агентов. Есть смысл, потому что основной персонаж уже получен. Ну и, конечно же, наш агент Колсон. Тоже недешево стоит, ребята. Слушай, я не знал, что у него... Разве у него по фильму была металлическая рука? По-моему, нет. Пушка, споки-ноки и электромагнитный удар. Да, ребята, ну что, можно, наверное, Ника Фьюри. Так, а у нас еще тут Корвус Глейв. Угу, получил повышение. Так, разрез тени, кровоспускание, я даже не знаю. Так, можно надеть и улучшить его. Ну, неплохо, ребят, вторая категория. Но пока я его не хочу трогать. Меня больше все-таки интересует именно Ник Фьюри. Как основной лидер, да, щита. Я думаю, что есть смысл его прокачивать. Ну и агента Колсона, кстати, тоже. Поэтому давай-ка мы с тобой, наверное, вот так сделаем. 43 уровень. Слет он у нас получает. Ну и прокачаем ему, конечно же, скиллы. Ну давай, 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 улучшение. Так, уровень 3. 4. Ага, замечательно. Так, сбор. Восстанавливать персонажу и всем союзникам, являющимся приспешниками щита, 700 единиц здоровья и дополнительно 10% от максимального здоровья. Вау. Слушай, ну это круто. Ну давай посмотрим, что мы можем на него надеть. Так, это все собираем, надеваем. Тоже одеваем, этого у нас в избытке, так скажем, да? Так, изо. Давай втыкать. Надеть. Интересно, на кого прокачивать Фьюри, а? На хил? Мне кажется, на хил надо его качать. Хотя, не совсем уверен, что это лучший вариант. Так, и здесь одна, да? Я не знаю, ребята, смотри, у него усиливает атаки и дает дополнительную атаку по уязвимым врагам. Защищает персонажа барьером. Каждый ход лечит союзника с низким здоровьем. Может быть, вот это вот? Или все... Не, давай вот это, наверное, боец, да? Боец. Давай, наверное, так и сделаем с тобой. Возможно, я неправильно, ребята, сделал свой выбор. Но на ошибках учится. Так, ну что, на Колсона у нас, наверное, не хватит с тобой, да? Тут... А, я все эти потратил. Все чипы. Ну да ничего, ребят. Чипы — это такое дело. Сейчас их нет, потом они есть. То есть они копятся. Блин, меченый. У тебя осталось... Давай попробуем найти, сколько тут там. Трех не хватает, да? Двух даже. Вот так вот сделаем. Опачки. А, нет, 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 нет. Еще не хватает, ребята. Да иди ты. Ты сейчас серьезно, что ли? Твою же налево, а ты посмотри. Издевается, да? Просто не захотел, ребята, он мне выпадать. Буквально не хватает там одной карточки, чтобы его прокачать. Жук. Избежал. Подожди, а какой... А, у меня все-таки... А, ну да, ребят, сейчас только что получил я эти кредиты. Так что где у нас там Колсон, ты где? Вот он. Маленький, конечно, получится, но тем не менее. Какой там уровень? 20-й. 20-й. Надеваем все, что у нас с тобой есть. Угу. Здесь и здесь. Даже Изо есть. Отлично. А кто он у нас вообще, Колсон, а? Ну, я имею в виду в плане
Давай-ка посмотрим, кто он вообще у нас такой. Так, сдерживатели, мстители, щит. Максимальный урон, который может получить персонаж. Так, да это не то. Он, походу, у нас боец, да? Плюс 20% к урону по основной цели во время обороны в войне переносит 2 положительные. Это не то. Но прокачать все равно надо. Так, пушка. Так, 20... И дополнительным целям. С шансом 25% снижает шкалу скорости основной и дополнительным целям. Ничего себе, он дебафер получается. Круто. То есть Фьюри бафер, а этот наоборот дебафер. Ребят, есть смысл уже подготавливать команду именно щита. Воу-воу-воу-воу, смотри. Прокачка чуть ли не топовая. Офигеть. Колсон, ну ты, конечно, даешь. Усиливает атаки. Нет, если ты дебафер, давай, наверное, вот это вот. Да. Перехватчик. Ну, при первом попадании атаки накладывается уязвимость на основную цель. Эти эффекты также могут срабатывать, когда персонаж помогает или контратакует. Вот так вот. Окей. Надо прокачивать их. Пока вроде бы здесь все, да? Что у меня не сделано по ежедневным целям? Давай посмотрим. Боец арены. Так, погоди-ка, погоди-ка. Боец арены. Ага, это на арене. Давай-ка мы, наверное, с тобой вот здесь вот. А, ну тут автопобеду мы сделаем, да и все. Окей. Забираем награду. Участвовать в двух налетах. Вот это вот мне, пожалуй, пригодится. Награды у нас какие здесь? Шикарные. Плюс, ребята, да, кстати, у нас с вами новые персонажи. Бишоп, Человек-лед. Ох ты, ох ты, ох ты, жаробас тут еще. Ха. Ну, во-первых, берем провокацию сразу же. Оки-доки. Так, наверное, вот так вот вторую скорость поставим. Ну-ка. Ну тут все будет просто, потому что, ребят, ну, самое начало у нас, так сказать, да? Они здесь все ватные. Разбираться будут с полтычка. Ну-ка, провокацию. Поехали. Воу. Блин. Этот прыгает тут. Пузан, а? Ты посмотри на него. Все, минус Дэдпул. В плане перерождения. Какое перерождение? Эй. Иди, говорю, спать. Так, медик. Блин, ну зачем я это сделал? Ну, давай взорвем тут. Минус Пузан. Минус Тор. Люк Кейдж, по-моему, пора тебе отдуплиться. А, у него защита от смерти стоит еще. Да на тебе, все, ребят. Первая победа за нами. Давай, наверное, сразу с тобой заберем награды здесь. Вот так вот. Ну и очередной у нас с тобой бой. У нас 430 капсул. Пока все легко. По 25 за бой тратится у нас, да? Потом будет 50, потом 100. И вот так вот в двойной прогрессе будет все это увеличиваться. О, смотри-ка. Спайдермен, опять Люк Кейдж, медик, палач и кросик. Но-но-но-но-но, ребят, потише, потише, пожалуйста. Наверное, нам с тобой нужно... По идее, надо Кейджа валить в первую очередь. Но он же опять сейчас свои усиления поставит. На тебе, кровотечение. А, ну да. Про Кросса я совсем забыл, что он тоже, ребята,
имеет провокацию. Ну, поехали тогда вот так вот. Усиление. Что за ерунда? Ну-ка, Дэдпул, давай. Минус кросс. Ну-ка, не балуй. Давай взрыв. Так, Спайдермен, я смотрю, у тебя здоровья-то вообще мало, да? Значит, тебе пора кончать. Все, это уже не поможет. Не помо... А, провокация. Ну да. Поставил провокацию. Успел. Так, ну что, сбиваем ему. Все, защиты от смерти нету. Пробиваем. Ну и палач. Палач, ребят, давай вот так вот. Клево. Опять победа моей команды. Давай-ка заберем с тобой награды. Так, и вот первая карточка на Бишопа получена. Поехали дальше в бой. Вот такая вот команда. Ох, ё-моё. Начинает круто. Начинает круто. Вот посмотрим, как он закончит. Блин, это у нас понижение защиты. Слушай, а тут провокаторов нету. Тогда начинаю с палача. Его в первую очередь, наверное, да, бомбанем. Так, давай возьмем, наверное, с тобой провокацию на кросика. На, получил. Разыграли партию, нормуль. Слушай, факир, ты достал уже, медика надо валить. Промахнулся. Человек-паук промахнулся. Нормуль, поехали дальше. Медик хиляться сейчас, наверное, будет, нет? Давай вот так вот сделаем. На всех кровотечение повесим. А что у тебя здесь такое? Ослабление атаки. Кровотечение на него не вешается, получается, да? Ну что, добивай. А, она же невидима. Так, паучок сейчас отдуплится. Блин, ну добьем тогда уже. Все, сложилось, потому что на ней кровотечение висело, ребят. Так, ну что, 10 этих получаем. Оу, в следующий раз мы получим с тобой 2 кредита на Бишопа. Бишоп, ребята, чем-то напоминает мне Кейбла. Я вот посмотрел, что он делает. Он как Кейбл, тоже заряжает свою пушку, но он также может... И без пушки справляться. У него есть энергетический удар кулаками. Так, ну что, переходим с тобой на следующий бой. Так, командочка. Вот когда я вижу Люка, сразу, ребят, мне хреновенько становится. Потому что он начинает... Вот он основной тут бафер. Хиллеры и тому подобное. Надо от него в первую очередь избавляться. Так, кровотечение повесить на всех, может быть. Давай сделаем. Окей. Так, кросс. Мы сделаем, наверное, провокацию с тобой. Правильно. Блин, ну, наверное, не получится убить его. Тор тут еще лезет. Ну вот, начинается. Начинается, короче, да? Поехали. Он крепкий сам по себе. Давай, добей его. Он, у него висит защита от смерти. Поэтому не получится его пробить сейчас. Пока. Два кровотечения. Взрыв. Так, минус. Этот тоже, по идее, погибнет. Дальше кто? Дальше Тор. Готов. И Дэдпул. Вот и все. Тут довольно легко все у нас получилось. Угу, мы с тобой перешли на 9-й этап. Заберем с тобой награды. О! То есть уже 3 карточки есть у нас, да? На Бишопа. Уже, как видишь, 50.
ячеек. 50 этих баллончиков мы с тобой тратим за один только бой. Опачки. Циклоп. Сокол. Ну, мы начинаем с провокации. Ну, паучара. Ё-моё, не кисло. Не кисло ты, парень, тут устроился. Ну-ка, постепеночку на них. Вот так вот. Теперь провокацию. На-ка. Слушай, наверное, будем так делать. Аж музыка куда-то исчезла. Да исчезла музыка, ребят. Долетался, короче. Блин, вот циклопа надо еще бомбить, потому что он еще тот жучара. Ну, видишь, чем-то напоминает мне палача. Такой же массовой атакой пользуется. Что ты, что ты, что ты? На, взрыв. И Тор улетел еще. О-о-о. Ну тогда я вам, ребят, не завидую. Паучок, по нему, ребята, очень тяжело попасть. Но у него уязвимка висит. Так что... Уклонение, конечно, да, у него офигенное. Постепенный урон, но как раз, видишь, не всегда можно попасть. Добьем? Добили. Ну что, отлично. Давай посмотрим. Да, на 10-й этап мы с тобой переходим. Забираем награды. Совсем чуть-чуть остается, да, у нас? Наши капсулы эти временные кончаются. Ох, елки-палки. Да, призрака я давно не видел, если честно. В поединках. Очень давно. Так, кстати, Йонду надо валить. Постепенный урон. Окей. Провокацию возьмем. Так, Йонда, в принципе, должен сейчас... Да, погиб. Ай-яй-яй, Веном, ты завязывай давай. Что это он там? У него что-то слишком много тут массовых атак, тебе не кажется? Давай-ка, наверное, мы стрелка, лучника, точнее, уничтожим. Ну-ка. Два кровотечения. Давай взрыв. У нас тут с тобой защита от смерти есть, да, на крусе, поэтому можно пока не волноваться за него. Вот что делает жучара. А как так получилось? Он перешел на середину и уничтожил призрака. Ну, я имею в виду гонщика этого призрачного. Ну что, Росомаха, готов? Воу. Ну, у него уязвимка висит. Все, ему крышка. Отлично, отличная была победа, ребята. Так, что? Золото. Конечно, дальше. Забираем с тобой награды. Так, и смотрим, ребята. Здесь у нас Кейдж, Электро, Кросс. Ну, в принципе, ничего такого сложного нету. И к тому же я тебе еще раз говорю, что начальные бои, они самые простенькие, потому что у них, ну ты сам видишь, сколько мощей и сколько у меня мощей. То есть мы в разы его круче. Но начнем с провокации. Электро сразу начинает, да, выпендриваться. Поехали. Дрожь земли, конечно, здесь вообще как бы не нужна нам. Ать. А этот провокацию взял, а, Жульен? Хорошо, я тоже возьму. Получил вдыхалку, а? Усиление пошло, да? Ну-ка,
На нем уязвимка висит, так что, ребят, все нормально. Ну, электро, конечно же, начинает выпендриваться. Попробуем. Нифига не получается. Два кровотечения повесили. Оу. Ого. Слушай, все пошло совсем не по плану, ребят. Кросс, защита от смерти, ты посмотри. Блин, мне нельзя, чтобы, ребята, у нас погибла Минерва. Блин, кросс взял это. Понятно, я думаю, что я не могу добить. Люк. Да-да-да, именно люк. Так, возвращаем кросса. Делаем взрыв. Шикарно. Вот сейчас было шикарно. Так, уничтожаем кросса. Ну что, Джессика Джонс? Все, ей крышка, ребят. Ей крышка. Так, мы переходим с тобой на следующий этап или нет? Давай посмотрим. Ну да, 12-й уже. Заберу награды. Так, три карточки на Бишопа. Ну, как ты видишь, уже 100 энергии требуется у нас. То есть на два боя нас хватит. И это из расчета, если у нас все это будет хорошо идти. Оу, Колсон здесь, ничего себе. А вот, ребята, агенты щита. Собственно, персоны. Ну-ка. Обалдеть, тут эти команда меня может разобрать, кстати. Так, давай я возьму провокацию. Блин, боюсь, кросс не вытянет. Блин, надо Колса навалить. Он же еще и дебафер, насколько я помню, да? Это со своей провокацией. Воу. Слушай, боюсь, Минерва не вытащит. Поехали. Е! Колсон отдуплился. Продолжаем разговор. Уклонился, а? Поехали. Кровотечение повесили. Тут главное не потерять Минерву. Потому что это единственный хиллер, который у меня есть. В моей команде. Взрыв. Так, медика, да? Оперативник. Вот медик. Да вы заколебали, а? Так, минусуем медика, короче. Теперь оперативника будем бомбить. Угу. Провокацию. Добиваем. Ну что, парень, штурмовик, ты думаешь, что ты так долго будешь в невидимости находиться, да? Ага. В губежке закати обратно. Пошел ты. Все. Блин, ну да, Колсон, конечно, еще тот чувачок, сам видел. Но в любом случае мы с тобой получим эти три карточки и должны успеть. Ну что, последний поединок у нас с тобой здесь. Ох ты, Танос. Ну, судя по силе команды, ребята, я думаю, что мы здесь выиграем. Поехали. Начинаем, как обычно, с провокации. Блин, этот провокацию уже взял, а? Уже взял. Успокойся ты. Так, постепенку пока не буду, ребята. Давай, наверное, так сделаем. Танос еще тут заряжает энергию, а? Успокойся ты. То, что контратака, это, конечно, очень круто. Блин, не-не-не-не-не. Поехали. Завалим? Нифига. А что он такой мощный-то? Ну-ка. Взрыв. Совсем другое дело. Так, Дэдпула остается только добить. Блин, да этот не даст. Все. Так, Дэдпул сделал лечение себе, но это
Так. В плане Танос теперь взял провокацию. Да чтоб вас, а? Луч, да, у железного человека мощный. Тут не поспоришь. Поехали. Опа. Уклонились, да? Ну-ка, завалишь шарсамаха? Нет. Но, тем не менее, постепенно урон повесили на него. Плюс у него висит уязвимость. Уже слезла, да? Минус Танос. Ну что, ребят, Дэдпула надо валить. Теперь можно и вон того. Дэдпул должен отдуплиться от постепенного урона. Хотя вдвоем разыграли партийку. Все. Прекрасно. Прекрасно мы здесь справились. Отлично поиграли. И получим или нет? Да, получим. Забираем с тобой три карточки на бишопа. Итого у нас 6 карточек получается, да? В магазин. Что у нас тут? Сферы. Ну-ка давай. Открываем. Ух ты. Электро, нам не хватает еще, ну, 11 карточек на нее. Следующая. Ай. Ерунда. А здесь-то что у нас? Ну, понятно, Иса. Забираем. Так, а здесь я могу что-нибудь приобрести? По-моему, я уже все, что мог, сегодня купил. Оу. Так, остается 6 штук. 6 карточек и все нормально. Так, жаба тут у нас. Кстати, я вот жабу не видел, чтобы ребята кто-то брал. Вот я хочу вот носорога прокачать, почему-то, не знаю. И вот думаю насчет Майлза. Гамору надо докачивать. Кейджа. Все, ребят, больше у меня нету кредитов. 1360. Да тут и тратить-то, в принципе, не на кого. 84%, да? До следующего этапа. Ну что, здесь забираем с тобой награды. Выполнить все ежедневные. Так, сразиться в двух боях в рейде. В рейде. Вступить. Так, ну это ладно, ребят, это я пока не буду. Вот на арене надо поиграть. Попытаться что-то там сделать. Посмотрим противников, обновить. Видел я одну тут командочку. Вот эту. Ну я не знаю, ребят, смогу ли я справиться с ней. В принципе... Должен смочь, ребят. Че, попробуем? Понеслась душа в рай. Поехали. Значит так, Кейдж, я там, насколько помню, не особо силен, да? Надо с него, наверное, и начинать. Поехали. Кровотечение. Оу, сейчас отдуплится парень, по-моему. Ах ты! А если я так сделаю? Фиговенько. Ну, естественно, усиление, укрепление, это понятно. Так, у нас провокации больше нету. Поехали. Две постепенки висит, взрыв. Кейдж выжил, ну понятно, у него был этот защита от смерти. Так, добиваем кросса. Потом Человек-паук пойдет в расход. Ну, понятно, со своим уклонением вот с этим вот. На, улетел. Ну что, парень, давай поговорим. Уязвимку повесили, да? А если так? Фигня какая-то получилась. Кровотечение. И добиваем.
Отлично. Нам нужно будет еще один свой раунд провести на арене. И будет у нас награда. Так, отсюда уходим и смотрим, что там у нас. Участвовать в двух боях. Ребят, я сколько играю, у меня не получается здесь вообще выиграть. Просто не получается. Меня тут разбирает только шорох. Но раз нужно поучаствовать, значит, будем участвовать. Так, подожди, где тут у нас? Я уже забыл. Я уже забыл, а как принять участие-то? В бой. А, нет, 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 не здесь в бой. Вот тут вот. Ну, например, я готов. Арена в реальном времени. Ну, тут, ребят, реальные персонажи, реальные игроки. Тут не получится прохалявничать. Тут все очень серьезно. Матч найден. Халк. Ёлки-палки. Капитан Марвел. 77,5 тысяч. Халк 66 тысяч. Тут меня разберут. Тут, друзья, меня просто порвут сейчас. Тут одна Капитан Марвел чего стоит. Серьезно тебе говорю. Плюс она вот эту вот энергию копит. О! Нормуль? Как тебе такой подход? Ты понял, да? Да, жестко. Давай я возьму прокаться. У него еще и этот кейдж же есть. Ё, просто. Кейдж, носорог. Очень много массовых атак. Да, очень много. Вот он начинает, короче. Просто один удар, один труп. Ты понял? С ней вообще никак не совладать. Дэдпул — защита от смерти, да? Если сейчас Минерву ушатает мне, все. Это крышка, ребят. Сможем? Уклонение у Капитана Америки. Уклонение, ребят. Крусы сейчас бомбанут. Вот об этом я тебе и говорю. Ну, нереально разобрали. Просто нереально. Вот этого, вот если он встанет в провокацию Халк, я его не пробью, ребят. Да я и так уже не выиграю здесь. Что бы я тут не делал. Кровотечение стоит, у него защита сработает вначале. Минерву сейчас подобьют. А без Минервы я ничего не сделаю. Хила нету. Ну, блин. Кровотечение исчезло. Ну все, тут разберут. Если бы не капитан вот этой Америки, возможно, была бы победа. Ну, извини меня, 77,5 тысяч мощей. Тут вообще разговора даже быть не может. Так, один бой. Просто мы с тобой продули. Причем капитально. Дэдпул, иди вот назад лучше. Так, этого поставим вперед, а этого назад. Ой, не так. Вот. Твою ж налево. Вот так я хотел сделать. Ну давай, еще один бой нам нужно сыграть. Если бы, например, бы я прокачивал бы, например, щита, да, агентов, то, возможно, мы бы здесь рвали бы. Матч найден. Давай посмотрим сейчас. Ну опять же, ребята. Хотя это мои, вот. А здесь его. Ну, здесь синергия офигенная, ребята. Человек-паук, ой, человек, железный человек у них тут прокачан. Соколиный глаз прокачан. Будет довольно серьезный бой. У меня Минерва вот очень слабая. Ребят, не хватает ей звездности, понимаешь? Этот железный человек будет через Капитана Америку. Да-да-да, играть. Берем провокацию. Кого нам тут надо убрать-то в первую очередь?
По идее, Халка. Халк будет, ребята, брать 100% провокацию на себя. Это как... Или же все-таки будет Капитан Америки. Тут уже непонятно, кто из них быстрее все это будет делать. Вот, все-таки, да, он взял. Но они будут между собой сейчас играть. Еще оглушение, блин, повесили на меня. Халк тут еще. Че, попробуем? Ну, у Халка уже мало здоровья. Ну, у нас еще меньше. Ну, попробуем так сделать. С какого перепуга молния-то там срабатывает, я не пойму. Че у него тут? У него Халк в зоне риска, да, я смотрю. Попробуем его пробить. Фига, че это как... Минус. Так, теперь нужно Соколиный глаз пробить. Чего, блин? Попробую. Так. Ага, защита от смерти. Ну чё, попытаемся? Ать! Этот постоянно, блин. Блин, Тора что ли надо валить, не пойму. А, он провокацию взял. Фиг пробьешь его, да? Я офигею с этого Тора. Да, ребята, тут опять же фейл. Никак я не могу. Ну, вот смотри, у него мощей. Фиг да нифига. Вот объясни, как он здесь выжил? Я не знаю, ребят. Ладно, мы с тобой забираем награды. Так, выиграть, это все понятно. Сразиться в рейдах, но это не обязательно. Короче, нам нужно с тобой выиграть еще один бой на арене, и мы с тобой получим все наградушки. Так, здесь получаем все, что заслужили. Здесь тоже. Понимаешь, я хотел вначале сделать команду Кри. Но для того, чтобы ее использовать по полной программе, мне нужна Капитан Марвел прокачанная. Прокачать мне ее тяжело в данный момент. Так, что у нас тут? Ага, сферы. Прокачать мне ее тяжело, потому что, ну, не идут осколки на нее. А там не только в осколках, в принципе, дело-то. Вот не могу вот ей найти последний, ребята, элемент. Только покупать. Вот эти вот шарики, они просто не выпадают мне. И все. Уже сколько играю, не могу никак их получить. Так, Халк. Давай улучшение здесь сделаем. 120% урону основной цели. Не кисло, да? Мне Халк не нравится. Я знаю, что он провокатор, что он такой обезбашенный, но почему-то мне не нравится за него играть. Так, где у меня Марвел? Вот она. 68 уровень, ребята. Как бы надо ее прокачивать. Ну, теперь, видишь, у нас поменялось кое-что. У нас теперь есть Колсон, у нас есть... Я уже забыл, кто у нас есть-то. Так, по счетам если смотреть. Так, а им Братство, Буяны. Не то это... А это еще кто такой? Заврушка Мо... А, это Моджи, ё-моё. Я его не узнал. Так, доступные изумрудные. Так, а им Био, Братство, Буяны, Кри, Космос. А, вот, Люди Икс, ребята. Добавить, кстати. Не увидел. Шторм.
немножечко прокачалась. Капельку. Ну где, 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 где? Мстители первой волны. Нелюди, опустошители, поддержка. Сила X. Царство теней. Щит. Ну вот, смотри, у нас с тобой Ник Фьюри, Колсон. Нам осталось только найти Йо-Йо. И, в принципе, вся команда щита будет уже собрата. Ну да. И можно будет, в принципе, за нее как-то поиграть, попытаться. Хотя бы посмотреть, что она из себя представляет именно по синергии и тому подобное. Так, ну что, у нас там с тобой на арене время вышло или нет? Открыть. Так, еще минута. Еще минуту подождем и пойдем. И заберу награды все. В принципе, все на этом. Ежедневки я сегодня сделаю. Война альянсов. Ну, это активировать. Это, друзья мои, если премиум брать, тогда да. А что вот эти вот фишки дают, а? Совершить 15 нокаутов. 5, 15, 25. Выиграть один матч. На арене, не знаю, ребята. Вот один или два раза выиграл за все это время. Что-то крушат меня там. Бонусы какие-то у нас тут. Что за бонусы? Я еще восьмую главу Нексуса. Ну там вообще в Нексусе восьмой главе, конечно, там разрыв пукана полнейший идет. Вот он, зверь. Люди Икс. Вот их командочка тут. Довольно неплохая, кстати. Мне понравилось, как они там в трейлере смотрел, что они там вытворяют. Это, конечно, да. Жестят. Ну что, все, надеюсь, арена уже откатилась. Погнали. Да, можно выбирать. Ну, давай возьму вот эту вот. Нет, не хочу я брать. Передумал я. Давай что-нибудь другое посмотрим. Выбираю, как всегда, ребята, слабых. Но их все меньше, меньше, меньше. Я вижу только одну команду, которая 145 мощей. Но не знаю, сможем ли мы здесь с ними справиться. Давай попробуем. Ничто не сдвинет с места пузыря с его размерами и личным гравитационным полем. Какое у него поле, блин, пузырь, утолкнем, как шарик покатится. Ну давай, давай уже, родной. Так, здесь у него два провокатора. Поехали. Тор, ты достал уже со своими молниями. Что он там делает, я не могу понять, что. Как там это? Готовность 2. В ответку так, нифигово, да, он бомбанул. Блин, какой же он, блин, мощный, а? Посмотри. Тор этот бесевый тоже бесит. Че, Дэдпул? Ух, оглушение. Пробуем делать так. Слушай, он со своими массовыми атаками, прыжками и ударами молнии, он просто запарит меня. Опять? Не могу, ребят, я с этим Тором, блин, выводит меня просто из себя.
Офигеть! Команда мстителей, блин. Разобрала меня, короче. Вот тебе, ребята, и послабже называется. Видишь, у него все, как говорится, полностью команда. А у меня кто? У меня искри только вот этот вот, да? И Минерва. Все, остальное сборка. То есть синергии практически вообще никакой нету. Ну все, все, сдавайся уже. Тут бесполезно с ними драться. Поражение. Опять меня скинули на прежний ранг. Так, ну что, забираем свои награды. И грустным и расстроенным, ребята, я заканчиваю эту серию. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.